привет, дорогие друзья! И как вы догадались по первым картам, сегодня мы с вами на трассе Таврида, 8-й этап строительства. Ну и начинаем мы от путепровода над железной дорогой. Сегодня у нас будет и сверху, и снизу, на все лады, и с приближением, и с отдалением. И вот заезжаем мы с вами на дорогу, на... Уже открыли ведь первую очередь, как мы с вами знаем уже. И вот мы заезжаем сюда, видим зеленый экран и поднимаем коптер. И теперь будем смотреть, какой прогресс. Давненько мы с вами здесь не были. Ну, хочу вам сказать, я вот в момент монтажа видео, в момент съемок очень сильно удивлялся. Очень быстро работают. Ну, просто глаз радуется. Ну, и вот мы с вами начинаем с... устойные опоры второй очереди. И вот обратите внимание, видите, вот машины в два ряда идут и стоят машины. Вот сейчас поехали в правую сторону от нас. Это вот поворот на Инкерман. Самое интересное, что там стоит знак только для общественного транспорта, но остальные все должны объезжать. Ну, конечно, сделали очень неудобно. А прошлый раз, когда вот так же перекрывали, стоял светофор, и можно было ехать в сторону Инкермана. Вот, видите, поток кончился, и машины погнали туда. Но там стоит знак только для общественного транспорта. По крайней мере, до последнего времени стоял. Так, ну, здесь мы с вами смотрим. Устойная опора, идет армирование. В принципе, всю технологию, как мы уже с вами видели, знаем. И теперь только смотрим, каков прогресс строительства. Вот была устойная опора. Это у нас уже промежуточная опора. В принципе, готова. Вот под ферменники только уже нужно бетонировать. С этой стороны, ну, с другой стороны железной дороги только вот начинают опору поднимать. Хотя нет, извиняюсь, вон она, опора уже есть, готовая, уже идет надвижка. Ставят здесь промежуточные временные опоры, вот из металла, как мы видим. Ну и, собственно, сама вот продольная надвижка металлоконструкции вот путепровода второй очереди. Видим, мы укрупняют здесь блоки. Идет работа, собственно, как и на уже готовой части. Зеленым краном, вот видите, там и сбоку лежат металлоконструкции, и вот лежат по всей длине дороги, подвозят, здесь их выставляют и между собой стыкуют. Ну, на то, что ржавая поверхность сверху, не обращайте внимания, будет все обработано антикоррозийным составом. Как мы с вами видели и на Крымском мосту, когда строили его. И вот в первую очередь то же самое делали. Ну, вот видите, даже возле крана тоже металлоконструкции лежат вот этих пролетов. Такая ситуация здесь. Мы эту часть с вами показываем. Ну, естественно, это не вся часть 8-го этапа. Но вот эта часть, по-моему, самая такая насыщенная. Искусственными сооружениями. Ну, естественно, Ялтинское кольцо тоже работа идет. Но сегодня вот мы с вами рассматриваем вот этот интервал 8-го этапа. Вот залетели с другой стороны. Видим, как вот выставляют в уровень металлоконструкции, чтобы ровненько все было. Ну, а затем сварочные работы. Так, первый у нас вот искусственное сооружение над железной дорогой, путепровод второй очереди есть. Двигаемся дальше. Обратите внимание, вот это вторая очередь, насыпь готова, уже установили мачты освещения. Ну, самих фонарей еще нет, конечно, но сам факт, что уже и фонари стоят, это говорит о том, что... Это, вернее, это ни о чем не говорит, но я так думаю, что гораздо раньше сдадут 8-й этап рабочее движение в эксплуатацию. Но поживем, увидим. Вот заканчивается металлоконструкция, и мы с вами подобрались практически вот к мосту над рекой Черной. Вот здесь локальные очистные сооружения, видите, зеленые колодцы выглядывают из грунта. Ну и вот это у нас мост над рекой Черной. 4 опоры, 2 устойные, 2 промежуточные. Ну и, как видите, вот устойные и промежуточные дальние от нас практически готовы.
под нами устойная тоже готова. И вот уже ставят опалубку на промежуточную. Неправда, вот как идет работа. Здесь вот тверская фирма ДСК работает, там санкт-петербургская фирма работает над железной дорогой, путепровод тянет. А здесь вот два сооружения строит ДСК. Вот мост над Черной и путепровод над улицей Нефтяная. Ну, вот здесь, посмотрите, интересный момент. Вот где экскаватор стоит, одновременно все делают. Поднимают новые опоры и сносят старые. Как мы знаем, с вами был старый путепровод здесь, его демонтировали. И вот остатки от него, вот экскаватор, видите, откапывает колонны и тоже их будут разбивать, бетон. Ну, а там дальше вот уже за этим вот, за этими опорами уже устойная опора практически готова. И затем вот очередь за пролетными строениями начнется. Ну вот, еще вот здесь хочу обратить внимание, справа, видите, вот там была объездная дорога. Выезжала, вот даже от нее еще осталось след, выезжала как она. Сейчас уже и следа, остался след, и следа не осталось, как это я сказал. Вот, вот она была, вот здесь заезжала, сейчас уже это на Сахарную Головку, когда объезд был. Ну а здесь вот уже, посмотрите, как будет выглядеть дорога в четырехполосном исполнении. По две в каждую сторону. Водоотводные лотки уже делают справа. Ну и вот, собственно говоря, по этим двум полосам идет движение, а по этим двум, ну что здесь уже, очень высокая степень готовности, как мне нравится вот эта фраза, я ее часто использовал еще на строительстве моста. Так, с левой стороны у нас вот он, улавливающий тупик. Ну, рельеф местности такой, к сожалению, что с одной точки далеко пролететь не позволяет. Сигнал теряется, поэтому мы вот кусочками будем где-то с воздуха, где-то с земли. Ну вот мы теперь с земли посмотрим, проедем, посмотрим, как здесь вот идет строительство. Это мы все с вами посмотрели сверху, масштаб поняли, и вот теперь снизу. Ну здесь тоже вот какие огромные конструкции, вот казалось бы едешь и вот смотришь, и вот над Черной, и дальше вот над улицей Нефтяная путепровод. А это вот проехали над рекой Черная. Уже вот даже откосы с правой стороны, откосы уже зазеленели, видите? Хотя та часть дороги еще не до конца сделана, но откосы уже вот естественным процессом укрепляются при помощи травы, которая образует дерн и держит откос, чтобы он не поплыл. Так, ну и двигаемся дальше. Везде вот, конечно же, ограничение скорости. Небольшие пробки образуются, но по-другому быть и не может, когда идет строительство. И причем строительство затрудняется тем, что идет движение автотранспорта без перекрытия дорог. Поэтому вот постоянно дороги переносят то туда, то сюда. Движение постоянно трансформируют. Ну, сейчас вот смотрим, здесь вот работает экскаватор с откосами. Там уже вот первый слой асфальта, кстати, уложили. Вот черные полоски посередине, это закрашивали за предыдущую вот разметку. Это там не трещины, ничего, просто закрашивали разметку, чтобы в заблуждение водителей не вводило. Поливомоечные машины постоянно работают, борются с пылью, чтобы не было. Постоянно чистят дороги, ну, молодцы. Работа организована, конечно, здесь на высшем уровне. Ну и вот пробочки скапливаются. Так, а мы заезжаем с вами вот в грандиозную выемку. Сейчас вот на машине едем по дороге и затем еще полетаем здесь, посмотрим, какие процессы вблизи, рассмотрим, насколько будет возможность. Вот сейчас мы сюда с вами заезжаем, это вот старая дорога туда шла. Ну, ее там уже тоже перекопали, все ликвидировали. И вот, посмотрите, какая грандиозная здесь была выемка с левой стороны, где идет движение, а справа еще вот
сколько нужно делать, там как раз буронабивные сваи делают, чтобы вот эту подпорную стену оформить. Ну и вот, собственно говоря, смотрим вблизи, вот антикоррозийная обработка идет и покраска вот видимых частей анкера пластины. Эта стена уже забетонирована, но вот анкерные пояса, изготовленные пакетом из двух двутавровых балок. Вот чуть дальше мы с вами видим еще как раз вот только ставят опалубку, заармировали стенку, мощная какая стена получается. Сначала идут буронабивные сваи, как мы видим, вот потом армируется сетка, арматура из арматуры, и затем устанавливается опалубка и бетонируется. А вот перед этим, как все это забетонировать, вот устанавливают анкерные пояса и натягивают анкерами вот буронабивные сваи. Они сверху, видите, сверху обвязочный пояс, и тоже вот он заанкерен. То есть забуривается в тело вот этого откоса скважина, грунтовый анкер, и все это монолитится. Так что очень такая прочная конструкция, но это уже с другой стороны мы смотрим. Вот как раз анкерный пояс, он объединяет сверху, когда сваи буронабивные вскрывают, оголовок сбивают, армируют пояс полностью и бетонируют. И вот такой вот пояс, обвязывающий пояс его называют, но и он тоже заанкерен, естественно, потому что горное давление и нужно крепить. Дорога делается не на одно десятилетие. Такая мощная выемка здесь. Многие пишут, зачем такая выемка. Ну, плавность хода, как говорится, должна быть. Здесь ведь не только легковые машины будут ходить, но и фуры. И вот уклон должен соответствовать ГОСТам и СНИПам. Ну, а дорога, вот, как мне один строитель сказал, хороший наглядный пример привел. Вот вы, если вы едете в любой точке дороги, видимость перед вами должна быть 250-300 метров. Ну вот, посмотрите, вот элементы анкеров. Вот хорошо здесь видно, видите, обвязывающий пояс торчит, внешняя его сторона, и анкерные вот эти крепи. Вот так это все будет выглядеть. Но я думаю, еще саму стенку чем-то, каким-то пластиком, наверное, облицуют. Это я говорю потому, что по аналогии вот с седьмым этапом там облицованы, ну и на некоторых красивые граффити, как мы с вами видели. Так, ну а здесь вот занимается, дорогие друзья, устройством буронабивных свай. Вот станок стоит, и за ним сразу же вот работает гидромолот, который подвешен на экскаватор и рыхлит вот эту твердую породу, твердый грунт. С левой стороны, где идет движение, там хорошо поработал комбайн, срезая слой за слоем. Но сейчас, как мы уже с вами знаем, он работает на строительстве юго-восточного, юго-западного, или я уже забыл, обхода Симферополя, который пойдет на Алушту в сторону Ялты. И будет выходить вот на дорогу, на существующую дорогу Симферополь-Алушта-Ялта, не заезжая в город Симферополь, тем самым существенно разгружая трафик в Симферополе. Так, ну а теперь вот мы посмотрели с вами вблизи, как идут работы вот по антикоррозийной защите анкеров, ну, грубо говоря, по покраске видимых частей, чтобы не ржавело от осадков. И теперь вот давайте пролетим эту выемку и посмотрим сверху. Вот здесь уже 4 полосы. Видите, с правой стороны водоотливные лотки, но здесь тоже будут с левой, но пока вот занимаются подпорной стеной. Затем, конечно же, лотки тоже будут ставить. Ну а это вот заканчивается вторая очередь, справа асфальт. И вот так вот выглядит, как казалось бы, вот сверху так нивелируется все объемы. Вот когда едешь, совсем другой расклад.
какие масштабы я имею в виду. Ну, работа та же самая, все. Сейчас в данный момент идет армирование стены. Вот видите, анкерный пояс, бурнобивные сваи. Сверху, вот, как я говорил, обвязочный пояс. Это вот хорошо справа видно, и слева тоже. Он тоже заанкерен. И затем вот еще несколько рядов, где-то два, где-то три вот этих анкерных поясов. Их крепят, ну а затем уже идет армирование и бетонирование. С правой стороны вот уже, посмотрите, буронабивные сваи вскрывают оголовки и вот будут скоро срубать бетон до арматуры, и затем будет обвязочный пояс армироваться и бетонироваться. Вот здесь тоже экскаватор гидромолотом разбивают траншею, где идет вот ряд буронабивных свай. Ну а впереди, конечно же, вот буровой станок стоит, и он эти буронабивные сваи делает. Вот здесь мы посмотрели, вот это все нужно будет срезать до того уровня, вот как асфальт идет. Конечно, мощная выемка. Здесь с подъемом идет, и подходим мы с вами к месту. Вот, перескочили мы, вернее, на чуть левее, а там вот вдалеке у нас полигон твердых коммунальных отходов. Ну, теперь давайте пролетим по этой стороне чуть повыше и посмотрим вот эти откосы. Вот, посмотрите, откос, подпорная стена. И вот, я не знаю, как здесь будут тоже, наверное, какой-то лоток отводить воду. Потому что здесь вот сам откос, посмотрите, и стена, и там вот зазор. А это вот так крепится тоже анкерная крепь. Вот эта сетка, это уже на откосах крепление. Тоже достаточно трудоемкая работа. Много раз мы это видели, как это все делается. Ну вот еще давайте посмотрим. Где вот тканью застилается и сверху сетка. Двигаемся дальше. Ну и, собственно, вот вернусь к тому разговору. Вот между откосом и стеной, видите, вот правее вот, наверное, водоотводящие лотки еще будут. Я, если честно, не знаю, но вот если кто знает, напишите в комментариях, как говорится, для общего развития. Ну, напрашивается, конечно, потому что вода с откосов будет стекать, если дождь, и там вот она будет скапливаться. Ее, естественно, нужно будет отводить. А это вот как закреплена вот геоткань и сетка. Вот вблизи мы видели элемент анкера, который вот крепит их здесь. Посмотрите, как много вот эти анкерные поля. Еще одно интересное сооружение — тоннель. Именно здесь будет развязка, заезд и выезд на Тавриду и съезд с Тавриды на полигон твердых коммунальных отходов. Вот он, этот тоннель, протяженностью 30,5 метров, ширина в чисте 8,5 метров. Вот. Заканчивается он четырьмя открылками, вот эти открылки такие, вот видите, по два с каждой стороны. Ну и здесь, соответственно, конечно же, будет грунт разрабатываться, а то тоннель и тупик сразу. Естественно, будут заезды и съезды в тоннель под Тавридой. В принципе, здесь уже вот готово, даже барьерное ограждение поставили. Та часть уже работает, асфальт, машины ходят. Ну а это вот, в принципе, тоже готово. Ну и здесь работы, естественно, идут. Вот тоже, видим, мы уже формируют насыпь. Естественно, водоотведение тоже нужно будет делать.
такие масштабные работы. Очень, конечно, интересно, кто постоянные мои зрители, кто следит за этой стройкой, вот в курсе, как, что и где. Но очень много вот за последнее время подписалось новых людей, так что не обессудьте, кто вот это все знает. Я иногда повторяю, некоторые пишут, что ты повторяешь одно и то же, ну, потому что люди прибывают, и некоторые не в ведении, тоже вот интересно посмотреть. Вот вдалеке это полигон твердых коммунальных отходов, заезд туда, ну и выезд на Тавриду будет, поэтому вот тоннель, все эти вот здесь развязки и будут. Тоже очень много земляных работ идет, обратите внимание, формируют тоже откосы, вот экскаватор, видите, уже и подлодки планируют, подводоотводящие, ну и соответственно вот в тоннеле еще. Внутри самого тоннеля еще отделку нужно будет сделать. И там тоже вот дренажные трубы, видим, мы в обойму взяли для отвода воды. Ну и двигаемся дальше в сторону границ 8 и 7 этапов. Здесь, посмотрите, где мы сейчас двигаемся непосредственно, здесь еще две полосы движения будет. В принципе, вот две полосы движения и плюс еще водоотведение, вот лотки, вот как слева, так и справа будет. Ну а вот этот кусочек, здесь вот мы видим уже первый слой асфальта, да, уложен, и стоят мачты освещения и с одной, и с другой стороны. Вот так тоже будет выглядеть дорога. Конечно, еще много работы вот на второй очереди, лотки водоотведения делать, откосы еще. Ну а в принципе вот такой вид будет как с левой стороны, так и с правой также будет. Ну вот так, дорогие друзья, вот такой, я думаю, интересный ролик у нас получился. Хочу напомнить вам, чтобы не забывали подписываться на Яндекс.Дзен, на YouTube, ну, на Рутуб. И огромное всем спасибо за помощь в поездках по Крымскому полуострову. Вот намотал тоже за этот день прилично. Огромное всем спасибо. Ну и вот мы вдалеке уже видим с вами, начинается 7 этап, 8 заканчивается и начинается 7. Пока там, да, так вот сложно сделано по временной схеме, ну потому что еще вот с правой стороны две полосы не рабочее движение. И вот он, видите, уже дорога расходится вот там, это уже 7 этап, вот куда съезжают, вернее даже 7 этап, вот мы видим, да, старая разметка, где машины еще не ездят. Ну вот такой у нас сегодня ролик, на этом все, спасибо за поддержку канала и до свидания.